Вот вам приоритет обобщенных средств. И получается, что вроде бы мы выбираем президентов, там еще чего-то, а на самом деле ничего это не решает. Все это вписано в чуждую концептуальную власть. Поэтому ничего мы в стране в нашей не сделаем, если не изменим одну концепцию, вот эту неправедную, на праведную концепцию, концепцию общественной безопасности. И этому способствует та ситуация в информационном состоянии общества, которая сейчас есть на нашей планете.